Полтора года назад прошла реновация прогулочной зоны на проспекте Победы. Его озеленили, проложили тропинки, установили лавочки и декоративные освещения. Как ведутся плановые работы по благоустройству одного из главных проспектов города, проверил Владимир Ружицкий. Запах краски и свежескошенной травы. На днях здесь завершились работы по благоустройству территории. Привели в порядок газон, лавочки и прогулочные дорожки. Территория в целом находится в надлежащем состоянии санитарном. На данной территории задействовано 4 косаря, значит, малая механизация, то есть газонкосилки. И один трактор МТЗ-82 с поливочной бочкой. Это для влажного подметания и уборки тротуара. Скосили траву на площади почти в 5000 квадратных метров, покрасили лавочки и помыли тротуары. Также соблюдено обязательное условие – проведена дезинфекция. Всего в городском округе Люберцы на содержание дворовых и общественных территорий задействовано порядка 998 человек в ежедневном режиме и порядка 95 единиц спецтехники. В настоящее время работы по благоустройству проходят по всему городскому округу Люберцы. Коммунальщики приводят в порядок пешеходные зоны, дворы, парки и скверы. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.